Имя Тамерис с древнеиранского переводится как «храбрая». И это определение точно подходит нашей следующей участнице. Ну а от себя я бы еще добавил «красивая», «талантливая», «умная» и чуть не забыл кандидат в мастера спорта по бразильскому джиу-джитсу Тамерис Бекмурзина. Для меня главное выступление. Тем более я люблю петь. Честно, я без вокала и без спорта вообще не представляю жизнь. Честно говоря, для меня это сложный выбор. Так как и там я отдаю вот этот драйв. У нее шикарный тембр голоса, она прям круто спела. Она даже на таких эмоциях спела, что мы же все удивились. Как так? Вот это настоящий талант. Я постараюсь показать свою харизму, как бы два в одном, и удивить жюри на этот раз только еще больше. Central Asia's Got Talent сахнасында Тамерис Бекмурзина, Казахстан. Шикарная Тамерис Бекмурзина! Тамерис, все получилось из задуманного? Да. Довольна? Да. Судьи будем слушать или все нормально? Да нет, нормально все. Молодец. Ну, по вокальному я не хочу придраться. Там были чуть-чуть, но... Ты молодец, хорошо спела. Мы желаем тебе удачи и увидимся чуть позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.